Приветствуем вас, друзья! Мы рассказываем о тех событиях, место которым в новинках. Сегодня в выпуске. Путин во всем подражает Гитлеру и мечтает о новом мировом порядке. Где хранят главный секрет Путина? Там, по-моему, избирают и под замком эту комнату держат. На Международном экономическом форуме в Петербурге секс-игрушки представили как достижение российской робототехники. Я бы тоже такое заказала. Депутат Федоров продолжает жестить. В оккупированном Крыму задерживают за комментарии. Используют опыт белорусских силовиков. Белорусский ОМОН задерживает на пляжах. А белорусская женщина способна остановить поезд. Путин позиционирует себя как стойкого борца с нацизмом, а сам продолжает во всем копировать Гитлера. Провозгласить новый мировой порядок. Под таким заголовком московский комсомолец опубликовал статью, посвященную речи Путина на экономическом форуме в Петербурге. Но в истории это уже было. Нойорнунг, новый порядок, это термин, обозначающий политический строй, который режим нацистской Германии хотел установить на оккупированных им территориях. За 2 года до капитуляции Германии, 8 мая 1943 года, главный пропагандист фюрера Йозеф Геббельс говорил: «Фюрер выразил свое непоколебимое убеждение в том, что Рейх станет хозяином всей Европы. Еще не раз нам придется вступить в бой, но эти сражения, несомненно, приведут нас к самым замечательным победам. От них путь к мировому господству буквально неизбежен. Владеющий Европой возьмет в свои руки бразды правления всем миром». Заменить здесь слово «фюрер» на «Путин», а Рейх на «Россию» и получится речь российского пропагандиста 2022 года. Геббельсу, конечно, до российских пропагандонов далеко. Не было у него телевидения, как и не было Бабы Ванги, которая после своей смерти продолжает в телевизоре предсказывать победы России. Что правда, предсказывать прошлое у нее получается лучше, чем будущее. И наши герои это подтверждают. Ти знаешь ты про эту про Вангу, про эту? Ну, она ж я помню. Ну, так, померла, да. Да, она померла, а лишь теперь рассказывают по телевизору, как она сказала тогда. И она сказала, что уже Россия будет над всех, будет только одна Россия, у всех победить, и во всем мире будет только одна Россия. Это она сказала, гэдак. А голос там некий был другий. Этот голос был не старый, а некой бабы молодой. Она сказала, да, она там, и что это президент черный будет в Америке последний, а он уже еще другий, чи третий уже у них такие. А, так это она, ну во, видишь. А казала, а мы тогда, да, она была, это мы еще молодейшие были, казала. О, видишь, не справдилася. Черт, так знаю, это может не справдиться. Что я наказала, так а лишь гэдак рассказывают уже усе про то, что будет и гэдак, ну. Надо слухать его батьку, как он скажет, так и будет. Ну да, да, да. Так. Путин собирается завоевать весь мир, а сам боится в туалет сходить. А вдруг важный биоматериал врагам достанется? Поэтому и ходит за ним в заграничных поездках специальный человек, который все продукты жизнедеятельности Путина самым тщательным образом собирает в чемодан. Пользователи интернета волнует вопрос: а что дальше с этим делают? Это ж надо как-то утилизировать или хранить где-то секретно. Если принять, что в среднем человек за сутки производит 300 грамм фекалий, то за год получается почти 110 кило, а за 22 года у Путина этого добра собралось более 2 тонн. И бабу Галю с дедом Гришей волнует этот вопрос. Чи чул ты это? Бабы казали, во около уталавки збирались, что гэтым Путин же ж хворы, и як ён усюды ездить, за ім ездюць там дактары, гэта хай сабе, так а яшчэ едуць за ім люди специальные, ягоныя гэтыя анализы, гаўно гэта збираюць у чемоданчык.
Дык а чаго яны сабіраюць? Ну, каб панімаеш, каб гэта ягоныя аналізы, каб ніхто не сабраў, каб не праверылі, там, што ён хворы, каб ДНК гэта яго не зрабілі. Дык ён дзе пасерыць, бо як сабака так у горадзе выгуляваюць і збіраюць у мяшочкі гаўно, дык і за Пуціным гэта ку чамадан гаўно збіраюць, і чуты гэта. Дык а што яны тады, куды яны яго дзяюць? Вот куды не знаю, слухай. А, гэта ж ужо ў яго там ёсць і комната гэтая, і дыскатэка гэтая нейкая, і комната для гразі гэтай. Так можа там у яго гэтым вон у дварцы для гаўна комната ёсць, можа. Там бо назбіраюць і пад замком гэту комнату дзяржуць. А тем временем в Петербурге проходит международный экономический форум. Причем юбилейный, 25-й, это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире, сказано на сайте форума. Может, на нем и обсудят вопрос утилизации путинских отходов? Самые передовые страны собрались в этом году в северной столице России. Это Куба, Пакистан, Иран и новое правительство Афганистана – талибы. Это ничего, что Талибан считается террористической организацией и официально запрещен в России. После 24 февраля талибы выглядят смирными овечками по сравнению с террористами кремлевскими. Видно, специально для гостей из Афганистана и приготовили новое достижение российской робототехники – продавщицу, наспех переделанную из секс-куклы. Для такой милой девушки у меня самое фантастическое мороженое и сказочно ароматный кофе. Видно, обязательно будет заключено крупное международное соглашение с Талибаном на их поставку. А рассчитываться можно и наркотой. В российских правящих кругах спрос на нее есть. Вот депутат Госдумы Федоров, видно не без наркоты, предложил отозвать признание независимости еще трех стран – Эстонии, Латвии и Украины. «Это мы только начали с Литвы», – заявил он. «А после того, как будет отработан механизм, будем отрабатывать его и на других территориях НАТО». И не только НАТО. Вот Украина, например, тоже незаконно выходила из СССР. Вот только предмет, напоминающий то ли ракету, то ли еще что-то, он не на то место поместил. Вот какой-то там член прогнозирует возрождение автомобиля «Запорожец», который канул в лету в 1994 году. В этой связи вспомнился еще школьный анекдот. Встречается танк с запорожцем. И танк решил подколоть Горбатого, у которого двигатель размещался сзади. «А скажи, почему у тебя сердце в жопе? А у тебя почему член на лбу вырос?» Вот скорее он и вырастет у Федорова на лбу, чем они возьмут Запорожье. Не говоря уже про Литву, Латвию и Эстонию. В России решили использовать опыт лукашенковских спецслужб по задержанию людей за лайки и комментарии в социальных сетях. В столице оккупированного Крыма Симферополя силовики задержали опасного преступника. Что ж он такое натворил? Неужели опасный террорист страшнее талибов? Размещенные гражданином комментарии, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей. По словам представительницы ФСБ, ему сейчас грозит до 5 лет лишения свободы. И это не шутка, это реальность. А на Кавказе пошли еще дальше и организовали комитет по борьбе с похабщиной. Будут проверять артистов и разрешать или запрещать их выступления. Из-за этой шушеры, которая дурно влияет на молодое поколение, мы не видим по-настоящему талантливых людей, пояснил инициатор создания комитета, глава организации «Наш дом. Город Грозный» Сайпудин Гучегов. На данный момент в шушеру и похабщину вошли Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Зверев и Сергей Шнуров. А вот в Малом Ярославце Калужской области на праздновании 620-летия города
сама сцена решила бороться с разной буржуазной похабщиной и поглотила местный хореографический коллектив Ярославна почти полным составом. Не выдержало древо православное танцев похабных и бездуховных, не дала посрамить землю русскую забавой американской. Но в Беларуси силовики тоже не лыком шиты. Там тоже ведут борьбу за чистый моральный облик. В Бобруйске ОМОН провел специальную операцию по зачистке диких пляжей. То есть пляжей, где граждане осмеливаются загорать, то есть подвергать свой кожаный покров воздействию солнечных лучей без соответствующего разрешения городских властей. Особенно отличившиеся сотрудники, видимо, будут представлены к высоким государственным наградам. Но есть в Бобруйске по-настоящему крутые женщины. Про российских когда-то Некрасов писал: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Что там конь? Белорусская женщина пояс на ходу остановит. Даже два. Женщина возвращалась домой навеселе и села не на тот дизель. Когда до нее дошло, что она едет не в ту сторону, она проявила смекалку и сорвала стоп-кран. Домой она решила идти по шпалам, но дороги точно не знала. И решила спросить ее у машиниста, движущегося навстречу поезда. Тот вовремя заметил на путях женщину и успел затормозить. Сейчас ее ждет крупный штраф. А стоило бы наградить за смекалку. Она ж ведь комментариев против власти не писала. Как и наша знакомая Анжела, которая во всем поддерживает власть. Дорогие мои подписчицы, дорогие мои девчулечки, вы знаете что? Оказывается, земля, она плоская. Вот, это по телевизору сказали. А вы знаете, а я сама так раньше думала. Я думаю, если она круглая, как те люди, которые внизу не падают? Вот, оказывается, я была права. Вот видите, какая я умная. Я еще знаю, что Скорина творил в Питере, а Быков писал стихи. Вот. А вы думали, что я блондинка, и я тупая? Нет. Я блондинка, красивая, плюс еще ко всему я умная. В Екатеринбурге торжественно открыли памятник путинской эпохе. Зет-свастика, сваренная из железнодорожных рельсов. Такой суровый уральский памятник. А можно было и повеселее придумать. Поставить памятник волку. Тоже ведь свастику напоминает. На этом у нас все. Всего вам наилучшего. С вами были Анна Федоронок и Дмитрий Лупач. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. До следующих встреч! Слава Украине! Живе Беларусь!